Все, сели, Да, я знаю. Да. Давай. Сели. Мужики, игра наша. Если бы такую игру отдать, перевернуться, нужно, всем сегодня через жопу. Невозможно такую игру забрать. Давай, мужики. Все, развалилась Казань. Нет, Казани. Добивайте, штаты в эти в грязь. Мужики, наша игра. Все очень четко. Максим, сейчас будем играть против солнца. Видишь, какое солнце? Смотри. То есть сейчас полностью переходим на ту игру, которая первым драйвом нам дала игру. Ударим ногой, Сереж, классно. Здорово, пиво. Набежали. Все, плывут. Не держат мяч. Набегайте. Давление. Почему на пиво один набежал на последнее? Вот, мужики, я говорю, если третья линия в сохранении, значит вторая должна набегать, первая должна набежать. Опаздывайте сразу набежать, закрывайте спины, блин. Почему? Что со статикой последней? Все, она. Тысячу раз говорю, водить мяч сразу. Додавить, мужики, нужно додавить. Оппадайте штрафных, ребята, получали штрафных, до хрена. Казань, оппадайте. 20 минут просидеть в пышной зоне, занести одну попытку, мужики. Надо додавливать. Посмотрите, какая атака была офигенно. Вот так и давим. Активностью. У них главный был козырь, это динамика и сила. Сегодня этот козырь у них забрали. Сегодня это ваш козырь. Продолжаем играть в том же духе. Главное, поддержка, мужики. Поддержка. Пиво, набегать. Линию закрывать. Смотри, Ящик, здесь два удара, конечно, будем ударить. Смотри, готовь. Макс, давай залезем, а? Максим Фюриков, крайние игроки. Никакой самодеятельности. Мужики, самодеятельность нужна. Тогда, когда идет игра. Когда рубимся кость в кость, очко в очко. Нужны статичные моменты. Нужны наигранные все вещи. Изоленту кому надо? Коридор, наигранные вещи. Никаких добиваний в коробку третьей линии. Нужно побеждать сегодня. Сегодня или никогда. Выиграем сегодня, вернемся в кашу. Собрались, будьте собрались. Главное надежность.